Здравствуйте, дорогие друзья! Я занимаюсь брейк-бизнес, и с сентября месяца я прослушивала программу МЭЦ «Парапсихология как наука». Я уже говорила 2 месяца назад, что я получила огромные результаты по своему здоровью. Я снизила вес на 7 килограммов, я молодела с каждым днем, с каждым часом, и у меня много ушло проблем со здоровьем. И поэтому я даю повторное интервью. За эти 2 месяца я еще снизила вес на 2 килограмма. И это замечательно. А во-вторых, у меня изменились отношения с коллективом. Все люди ко мне, вот знаете, как притягиваются. Все мне, когда я прихожу на работу, все мне так вот издали мажут. Здравствуйте, здравствуйте. Понимаете, вот такое уважительное, необычное отношение ко мне стало, теплое. А еще мы, значит, мне предложили работу, у нас отдел у нас рядом был с нашим отделом, и я, в общем-то, так всегда смотрела на этот отдел, и мне так хотелось там работать, но я как-то не решилась, потому что в основном руководитель выбирал молодых девушек. Ну, вот эта вот мечта моя, вот мысль, она постоянно меня посещала, невольно я проходила и прямо оглядывалась на этот отдел. И вот недавно, буквально неделю назад, подошел ко мне руководитель и сказал: «Светлана Александровна, вы желаете со мной работать?» Я говорю: «Конечно, да, желаю». И вот понимаете, даже мечты все сбываются. Вот это же не просто так, когда действительно работают программы. А еще произошло у меня такое чудесное изменение в жизни. Я сходила в поликлинику к эндокринологу. У меня сахарный диабет, этеротоксикоз и токсический зоб. И вы представляете, я сдала на гормоны. И когда доктор, эндокринолог, смотрел анализы, говорит: «Я смотрю и удивляюсь, что такое? У вас анализы такие прекрасные, у вас гормоны в таком хорошем состоянии». И что вы думаете? Я принимала много лет тироксин по 100 миллиграммов. Так вот сейчас мы снизили до 50 миллиграммов. А во-вторых, у меня при сахарном диабете я сдавала сахарную кривую. Она была очень высокая. Это берется кровь за 3 месяца и определяется вот именно сахар за 3 месяца. И она говорит: «Я удивляюсь, у вас сахарная кривая такая была высокая, а сейчас такая, это самое, почти нормальная». Я, значит, улыбаюсь, глядя ей в глаза. Потом она смотрит холестерин. «Боже», говорит, «у вас же был 9,3, а сейчас 6,2. Смотрю я с интригой на доктора. Она говорит: «Вы чем-то занимались?» Я говорю: «Да, конечно». «Ну вы же не скажете», говорит она. «Почему?» говорю, «не скажу». «Скажу». И я рассказала об этих замечательных программах, которые творят чудеса. А еще я сделала электрокардиограмму. 2,5 года я делала электрокардиограмму, у меня очень была она плохая. И когда я сейчас сделала, в общем, все удивляются. Но это не просто результаты, это состояние организма. То есть я стала здоровой, успешной. И я еще раз повторяю, я молодею, молодею, так как, я же не познакомилась, меня зовут Светлана, и мне 67 лет. Получая вот такие замечательные результаты, мне хочется кричать: люди, услышьте меня, принимайте, слушайте вот эти программы, и вы будете здоровыми, счастливыми, у вас все будет получаться. Счастья вам, здоровья, пока-пока.